Как видно на этих кадрах, в драке участвовали не только мужчины, но и даже женщина. Как пишет портал life.ru, потасовка завязалась после небольшой аварии на улице Клубничной. Само столкновение машин обошлось без пострадавших, но водители и пассажиры не смогли выяснить, кто же виновник дорожного происшествия. Завязалась драка. Но и этим участники ДТП не ограничились. Один из мужчин взял в руки арматуру и разбил фару машины своего оппонента. В ответ водитель второго автомобиля протаранил иномарку своего обидчика. После аварии оба сочинца уже с травмами обратились с заявлением в полицию.